И всем здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи, с вами я, Александр, и это Hard Mod, моя новая рубрика под названием Hard Mod. В прошлый раз мы сделали вот такой вот станочек, при помощи которого можно делать оружие и некоторые бафы к ним. Я чисто так понял то, что нужно очень много железа. Считаю то, что лучшим, что сделать, это дробаш сначала. Ну, вначале дробовик сделать. Миниган нам нахер не понадобится особо сильно. Я говорю, лучше вначале сделать, вот, например, штурмовую винтовку, либо же пистолет. Сейчас найду его тут. Либо пистолет. Пистолет и штурмовая винтовка, все, потом уже как пойдет. Но для этого нам нужно железо. Но я хочу сделать сначала все-таки пистолет. У меня как раз уже хватает, но вот я сделал его. Похер то, что я потратил большую часть своего железа. Кстати, ночь уже наступает. И вот он, пистолет. Но я им не могу стрелять, потому что у меня нету, как вам сказать, еще патронов, которыми нужно зарядить оружие. Чтобы сделать патроны именно на пистолет, сейчас мы их найдем в этом. Ребят, сейчас найду эти патроны, я что-то не смогу найти их. Вот, вот этот патроны на пистолет. Они делаются из кусочков железа и пороха. А порох нужен для всех патронов. То есть нам в любом случае нужно убить грёбаного крипера. А где этот крипер обычно спавнится? Блять, уберись. Конечно, он спавнится в пещерах. Пойдемте в ту самую пещеру, где мы добыли железо, потому что у нас закончилось оно, мы все слили на пистолет обычный. Пойдем туда погулять. Сейчас вспомним, где только эта пещерка. Это какая-то другая пещерка. У меня там вон там впереди пещера. Подлагивает, конечно, но это из-за записи. Так, мы ходили сюда. Сюда. Давайте здесь продолжим. Бля, проблема. Я верстак куда-то проебал. Проебал верстак, ребят. Куда поставил я его, не помнит. Я не помню, куда я верстак положил. Бля, хамуха, придется новый делать, что ли. Ладно. И еще я дурашлеп, я забыл, я хотел же покрасить свой пистолет. Точно. Дырявая моя башка. Сейчас я сделаю быстренько кирочку. Потому что моя кирочка сломалась в прошлой серии. Я не стараюсь как можно сильнее записывать именно с вами, ребят. То есть без вас не стараюсь. Не пытаюсь записать видос как-то, потому что тогда неинтересно записывать как-то мне. А вот и железо сразу. Тут мы просто... Чисто для безопасности я буду глядеть туда. Тут у нас несколько желез. Сейчас мы найдем. Так. Еще нам нужен порох, как я уже помню. Я, наверное, выключу микрофон, ребят, потому что... Я в доме не один, поэтому я выключу и пока что просто повыживаю. Хорошо? Ебой! Это просто охерительно! Я смог убить его сразу же!
У нас уже хватает на два патрона, но это будет мало для нас. Хотя я не помню, сколько там за один крафт дают патронов. Поэтому я все равно выключу сейчас микрофон, надо добыть как можно больше железа. Короче, ребят, я сейчас решил вот здесь пойти. Здесь я закрылся, потому что мне было стрёмно. Я тогда даже без брони был бы без... А, нахуй я закрывался. Тут же никого нету, блядь. А, вспомнил, тут есть пещерка одна. Тут вроде твари разные бегают. Скелетроны. Пиздатроны. Вот один, сука. Был бы у меня сейчас патрон, я тебя бы застрелил нахуй там же. Но нету. Так. Там и... Сука, в голову попал, пидор. У меня сотрясение мозга началось. Давай, подходи, сука. Бля, он мне в голову попал, у меня сотрясение мозга, у меня еще хп снялось. Идите нахуй, короче. Ну там сложно, там надо что-то думать. Надо там думать. Надо скелета убить, нахуй. Он мешается. Ладно, все равно это пещера большая, так что... Не будем ныть сразу. Скелетрон, так скелетрон. Пойдемте сразу в другую пещеру. А, нет, мы тут обследовали, мы тут крибера не нашли. Руголя тут, наверное. Ща я одну вещь сделаю быстренько. Я там видел тоже пещеру, наверное, это есть вход в ту пещеру. Ищем вход тут. Вот, он тут. Пойдемте к этим еблоноидам убивать их. И, хотя мне очень стрёмно, у меня уже покоцана башка вот на одну хп. И это опасно очень сильно. Как он в меня попал, я не знаю. Если мне еще раз он выстрелил в горло, то я уже проиграл, по сути. Я умру, поэтому мне как-то стремновато, поэтому я это. Сначала пойду подготовлюсь немножко. Подожду, когда ночь наступит. А, бля, я вспомнил, только сейчас вспомнил. Я ж хотел посмотреть, как там крафтится этот. Медикаменты из этого мода. Ща я за... Блять. Куда? Нет, не туда. Сейчас закинем сюда железку. Штучек. Ща я пока все это готовится в интернете быстренько. Ну, не в интернете, а в говне. Посмотрим этот. Крафты. Быстренько. Ебучие, которые меня заебали уже. Крафты в этот мод. Ну, именно вот на этот вот. На жизнь. Как он там называется, я забыл. Сейчас. Микрофон выключу для безопасности, так сказать, ребят. Чё я туплю с названием, блин, я же могу его узнать вот так вот. Мод Optifine тут у меня где-то был. Make Resin, Archgun. First Aid. First Aid.
Сейчас я посмотрю быстренько. Бля, ну грузи уже, грузила недоделанная. Ой, это пипец. Вообще очень сложно записывать, на самом деле, когда ты не один дома еще. Там за стенку дебилы какие-то разговаривают. Капец, долго грузит, долго грузит. Ладно, пока грузит. Вернуться. У меня там вроде железо переплавилось. Пусть пока хавчик переплавляется тоже. Что там? Давайте сделаем осколки железа. Ну, кусочки точнее. И сделаем патроны. Сколько мне... О, 32 твари. Нормально, сейчас пойдем убьем этих тварей сразу же. Ну, вообще, можно там гранату еще сделать, прикольно. Так, что у меня там, загрузи... Да у меня до сих пор грузит, я не понимаю, что грузит-то, я не знаю. Идти, не идти, убивать этих дебилов. Надеюсь, я те патроны скрафтил, да? Чё, блядь? Я дебилоид. Я не те патроны скрафтил. Я-то думаю, чё не... Я нажимаю на перезарядку, у меня не перезаряжается. Всё-таки эти патроны надо было скрафтить. Ну вот эти хотя бы побольше дадут, но тоже за порох. Я дебил. Я дебил. Но зато у меня теперь есть патроны на штурмовую винтовку. Зашибись. Это я пипец. Я дебил. Конченый. Я дурик. Я придурочный. Еще тот придурочный. Пипец. Просто придурочный. Ща, поищу быстренько. Крафты. Надо скрафтить. Если на улице ночь не наступает. Потому что я могу просто ничего не крафтить. У меня... И просто поспать, и все. Давайте просто поспим и пойдем потом уже завтра к этим дебилоидам. Этим монстрам обоссанным. Пистолет прикольный. У него еще анимация есть, хотя прикольненькая. Кстати, надо еще глушак на него добавить. Более спать пора. И как спать. Но, блин, проблемка вышла с патронами. Во, голова восстановилась, только вот у меня до сих пор ухудшение. Ухудшение, оно типа... Бля, я постоянно забываю, то, что надо убирать. Нахуй, давайте инвентарь почистим, а то я уже заебусь. Глина, жопа, вот это все нафиг мне не надо пока что. Так, это сюда, это белую кровать сюда. Ну, вот так вот примерно останемся. Сейчас еще сделаю я побыстрее лялику. Факелочков сделаем. Так, теперь выходим и пошлите к ним. Идиотский. Идиот я, конечно, идиотский, полный. Можно же было додуматься, то, что надо аккуратнее. Шапка-то есть, но она не полностью защищает мою голову. Надо сразу алмазну там брать. Звуки. Громкость побольше добавлю. Если что, чтобы монстров сразу услышу. Thank you.
У, сука, как же я? Сейчас это обосрался немножко. Ух, у меня аж жопа сорвалась. Бля, стрёмно, там уже там тоже ведь крипер есть. Сейчас я его убью и сделаю нормальный патрон на пистолет. Но кто знал то, что я не те патроны делаю, ну блядь, никто. Там еще один скелет. Давай, крипер, крипер особенно. Все, крипер. Ебать. Это пипец. Я это еще ведь нехорошо играю на ноутбуке, на клавиатуре. Я ведь с ноутбука играю, со старенького такого даже, можно сказать. Это пиздец, у меня аж сердце чуть не остановилось. Мне реально сложно играть, потому что я не особо сильный профессионал в майне. То есть я такой, знаете, ну, немножко знаю про майн много всего. Но вот так в реальные... Бля, не туда захожу, мне патроны же надо взять. Ой, это жопа была сейчас такая, я обосрался, грозно. Делаем теперь те патроны, что нужны. Вот эти, не другие. Хорошо, что два пороха. У меня теперь будет... А, бля, мне не хватило кусочков железа. У нас теперь ровно стак патронов. Надеюсь, это те. Да, те патроны, наконец-то. Прикольно. Очень круто то, что у нас есть сюда. Давайте хату закроем. Пошлите этих уродов штырить, что ли. Потом пойдемте сделаем... Если еще крипер попадется, то я хочу сделать штурмовую винтовку. Или обычную винтовку. Ну, наверное, скорее всего, штурмовую, потому что на нее я уже патроны сделал. Что я на нее патроны уже приготовил. Я хочу сразу попробовать без писта. Давай! Кто на меня? Похоже, никто. Так. А где все скелеты, я не пойму. А скелет куда делся, я не пойму. Сейчас быстренько железо добудем. Это хорошо, что железо попалось. Мы можем потом сделать штурмовую винтовочку. Я не помню, сколько там нужно для нее. Если музыка хорошая, значит что-то мутится. Странно, реально никого нету. Тут же скелеты были, пауки. Это, наверное, потому что я отошел от них, и они пропали. Ну, ладно, похер. Теперь я смогу пойти именно в ту пещеру, где меня скелет подстрелил прямо в голову. Чего? Вроде все железо достали отсюда. Ну, прикольно, тут можно какой-нибудь бункер сделать. Кстати, сами последние, она прям симметричная со всех сторон. Ну и тут заделать дыру, и она будет прям симметричной, такой купол. Заделать все дырки, и получится очень симметричный купол. Ебать, я такой впервые вижу, чтобы Майнкрафт сгенерировал вот такую красоту. Такой красивый сгенерировал. Я прям даже хочу это все замотать уже. Закрыть все. Чтобы было вообще красиво. Сюда. Бляха, я случайно нажал на кнопку. Да ёкало мне. Реально вообще красиво. Очень красиво, блин. Реально симметрично получилось со всех сторон. Тут даже, тут просто взять, вот это все заделать.
Вот здесь вот заделать вот так вот. Вот так вот заделать. И очень симметрично. Пипец, это так красиво тебе. Сейчас я тут сделаю дверь сразу же. Сейчас я сделаю верстак. Очень красиво, я хочу запомнить это место, сделать тут, знаете, такую мини-базу. Шахтерскую базу хочу взять. Блин, вообще красиво получилось что-то. Я реально впервые такое вижу в майне. Вот так вот. Пойдемте что ли дальше? На улице вроде как стемнело. Или нет, я не ебу просто. Нет, не стемнело. Давайте сразу уголь добудем. Что-то маловато у нас угля. Ну это прикольно, то, что такое вообще штука сгенерировалась. Она прям вообще красиво выглядит. Надо не забыть про нее, конечно. Чтобы там сделать какую-нибудь, не знаю, там, лабораторию, например. Ну, типа зелеварение, все такое. Чердейский стол, например, туда поставить. Вообще прикольно будет. Че, пойдемте мстить этим тварям? Которые нас чуть там не убили. Там вот еще сверху что-то есть, но там на сквозная дверка именно. Че? Кстати, мы при этом всем не можем использовать щит, так что это даже в некотором смысле неудобно. Так, теперь бы вспомнить, где эта дыра просто я. Это не здесь. Если я потерял эту дыру, то это плохо. Лагает, конечно, ребят, жестко. Простите, ребят, что отключил микрофон, просто один человечек тут мешается. А вот и та самая дыра. Где эти черти позорные? Черти. Там вроде никого, там тоже. Там вроде никого нету. Сейчас я сделаю лесенку какую-то, такую примитивную. Примитивную лесенку сделаю. Прикольно. Чё я сделал? Я саблю выкинул, ее взорвало, блядь. Я ебанутый, что ли? Ну, блин, это тяжело, блях. Сейчас быстренько посмотрю, что у меня... Епическая сила. А он как мне в голову попал-то? Куда он мне попал? Да ну нахер! Серьезно, надо смотреть крафты.
Бинты крафтятся из шерсти, блядь. У меня шерсти до хуй. А. На улице еще ночь наступит. Вы серьезно? Я сейчас точно тут сдохну, блядь. Как же это бесит. Надо уже делать алмазную шапку, это точно. Я не знаю, еще тут. Ебануться я, дебил. Ну, блядь, да, меня еще этот крипер взорвал, у меня сделалось небольшой код. Потом еще этот ебланоид меня... Капец, я точно так сдохну уже. Короче, теперь я останусь в деревне на некоторое время и в шахту больше ни ногой. Ну нахуй. Чё? Да бляха, муха, чё у меня с... На, блядь, сука, ёбаная. Это пипец полнейший, У меня вообще полная хуйня происходит какая-то, непонятность. Непонятно, вот, это вообще чё у меня происходит? Вроде как так хорошо начинал. А как сделать этот нитки из шерсти, блядь? А как нитки из шерсти сделать? Никак, что ли? Да, никак, походу, ребят, вообще никак не сделать. Ай, блядь. А если ниток можно сделать шерсть, то есть из шерсти нитки нельзя сделать? В общем, ребят, полный свиздец. Короче, для того, чтобы скрафтить бинты и вот это все, нужны нитки. А нитки в Майнкрафте скрафтить невозможно. Ай, бля, хайка. И теперь только сном можно восстанавливаться. То есть, смотрите, у меня, ну, голова только покоцана и все. То есть, мне осталось поспать один раз. Она будет у меня подкоцана. Потом я еще раз посплю, у меня все восстановится, вроде бы должно по сути-то. Но это полный свиздец, я чуть не умер дважды, вы понимаете? Вы понимаете? И не понимаете, или вы вообще ничего не понимаете? Это очень сложно овер как играть. И еще я постоянно путаю кнопки, из-за чего, блин, я выбросил тупорылый, блядь, меч.
Да ну нахер, тут еще и зомби где-то заспаунился. Ну нахер, я сейчас сдохну, реально. Я лучше подожду, когда ночь наступит и усну. Потом просто буду коцать этих тварей. Потихоньку. Но еще прикол в том, то, что тут несколько видов крафтов. Почему-то есть один вид крафтов. Это нитки, бумага, это пластырь. Второй вид крафта пластыря. Две шерсти, две нитки. Я нихера не понимаю, что и как это работает вообще. Но попробуем все варианты. Мы испробуем все варианты, которые присутствуют. Но у нас есть порох, кусочки железа. Мы готовы сделать себе новые патроны. Но я хочу все-таки посмотреть, как там сделать другие оружки. Вот это что? Это дробовик. Это гранатомет. Это другой. Это немножко другой. Это у нас... Это вообще миниган. Это у нас хуиган. Тут поднять. 28. А 28 у нас нету. То есть нам нужно иметь больше. Так, у нас вроде как тут где-то было железо. Нет? Нет, не было. Ладно, пусть тогда переплавляется 15 этих штук. А мы сейчас быстренько проверим все сундуки. Надеюсь, у нас найдется хоть сколько-то железки. Да, это проблемка. Мраза железа. Мало. Мало железа. Еще это музыка, блядь. То она такая хорошая, то она заканчивается. Бесит даже иногда. Ну, блин, я так затупил сейчас. Я не знаю, мне нужно найти какую-то другую броню. Потому что броня, которую я сейчас пользуюсь, вообще меня не спасает. То есть мне нужно сделать шапку, как минимум, ну вот, шапку мне надо сделать, как минимум, алмазную, что ли. Реально, как минимум, алмазную. А тут хотя бы макс, а вообще в Майнкрафте только алмазная, которым я играю, только алмазная есть. Тьфу, блядь. И походу мне только алмазная будет спасать в этой игре. И, блядь, откуда я алмазы достану, это хуй знает. Да это сложно, сложно. Очень все сложно. Нахер так сложно все сделать. Надо собаку еще найти себе. Я устал, прям сильно устал записывать это видео. Прям пиздец, как сильно устал. У нас еще железа не хватает для этой, для штурмовухи. Наш, блядь, еще. Получается, у нас 18 железа. Что мы из этих 18 железа сможем сделать в этом верстаке? Гранату не... Можем сделать одну гранату обычную, как я понял, да? Одну обычную гранату там можно сделать. Пистолет. Кстати, туда тяжелее сделать. Мы можем сделать патроны вот такие вот. Мы можем взять такие патроны. Кстати, патроны на дробовик сложнее сделать, потому что нужно золото ебаное. Это у нас ракетница, как следует ожидать. Это у нас дробовик, который нам нахуй не нужен. Гранатомет. Прицелы. С чем мне ваши прицелы постоянно? Миниган, который тоже мы можем взять. То есть, вот, мы можем сделать вот такую штурмовую винтовку. Ой, фу, блядь. Гранату. Гарена X2. А где X1? А X1 нету. Но у нас все равно не хватает пороха. Это печаль. Но лучшим способом сделать вот это. Нам нужно 10 еще этих. 10 железа. Откуда эти 10 железа достать? Спросите вы меня. А я не знаю. Вообще ничего не знаю. Но это сложно играть в хардкоре, сложно. Потому что каждая тварь тебя может убить просто с одного выстрела. Но у нас появился пистолет, который убивает всех с двух выстрелов. Но если целиться в голову, то ты это за меньшее количество выстрелов можешь убить. Наверное, я зря трачу патроны таким образом.
Мы чисто проверим, как я убивать буду жителей. Смотри. Следующий. Раз, два. Теперь второго жителя проверим. В голову чисто. Тоже два выстрела. Сука. Это не влияет. Почему только у меня такой ебанутый... Да в жопу вас всех, я пойду. Я буду спать. Не похер, я буду спать. Ну, давай засыпай, сука. Все, я усну. Что, блядь? Я поспал, чтобы восстановить то, что у меня никак не мешало? То есть мне надо еще одну ночь пропустить на кровати, чтобы восстановить раз и два единицы. Как же мне это вынавораживает, сука. Ладно. С вами был я, Александр. Всем пока.